в Адлере от центральной, от Адлерской администрации, там будет сбор наших гостей. В центральном районе это будут два места. Это Зимний театр и площадь флага перед администрацией города. Хоста – это кинотеатр «Луч». И Лазаревский район – это центр, площадь Центра национальных культур. На экскурсии необходимо предварительно записаться по телефону 262-05-63. Если же душа просит других развлечений, то стоит посетить две основных точки празднования Дня города. Это площадь флага перед администрацией и площадь у Южного мола. Там весь день будут проходить различные фестивали и песен, и танцев, и декоративно-прикладного творчества. Запланирована непрерывная работа интерактивных площадок, где не будет скучно ни ребенку, ни взрослому. Завершится суббота праздничным фейерверком у Морпорта.